Региональная целевая программа жилищного кредитования участников АТО и членов их семей в Луганской области. 19 мая она была утверждена. Утверждена сама программа для участников АТО. Что предусматривает эта программа? Значит, она финансируется за счет областного бюджета. И получается, человек находит жилье, если это вторичный рынок, и платит 6% своих, 94% получает в кредит на 30 лет. Потом потихонечку выплачивает. Значит, 3% годовых, если нет деток. Если в семье есть дети, то кредит становится беспроцентный. Если в семье двое детей, минус 25% на оставшееся тело кредита. Если вы больше детей, минус 50%. Когда я об этом говорю, люди не верят. Вот такого не может быть. По программе, ту, которую сейчас мы разработали для участников АТО, финансирование предусматривает 17,7 миллионов на 5 лет. То есть, где-то примерно 25-30 семей мы планируем обеспечить жильем.